Всем привет, меня зовут Алексей Носов, я руководитель YouTube-проекта Онлайнер. С сегодняшнего дня на нашем канале появляется кнопка спонсорства, и вы можете поддержать нашу работу рублем. Но прежде чем продолжить говорить о деньгах, давайте я познакомлю вас с нашей командой. Вот мы все, те, кто снимает репортажи, делает проект без лица, бытовуха и монологи. Так, сейчас я все прочитаю. Это Сережа. Сережа умеет как бы разговаривать, но ему никто не дает. А я Никита, и вместе мы весело ржем с Серегой в рубрике «Бытовуха». Привет, мы делаем проект «Без лица» и даем людям возможность рассказать в маске то, что без маски рассказать просто невозможно. Мы с Лехой снимаем монологи. Монологи — это история обычных людей, но наша задача показать, что эти люди необычные на самом деле и очень интересные. Все наши истории, они о вечном, о добре, о зле, о жизни, о смерти, о победах, о факапах. В конечном итоге о том самом, часто незаметном с больших трибун маленьком человеке, самом важном для нас герое. И какой же кайф понимать, что и для вас этот герой важен и значим. И вот мы подошли к тому моменту, когда, можно сказать, предлагаем вам совместную работу над проектом с помощью спонсорства. Ваша помощь поможет нам плодотворно работать над уже существующими проектами и создавать новые. А идеи у нас есть. И спонсоры узнают о них первыми и смогут повлиять на будущее YouTube-проекта. Мы ни в коем случае не делаем наши видео платными. Любой желающий получает полный доступ к нашему контенту. Но если вы решились на спонсорство, безусловно, будут некоторые плюшки. У нас, конечно же, будут специальные стикеры для спонсоров, возможность обсуждать вышедшие и невышедшие материалы, героев. Но а ваша финансовая поддержка в том числе поможет нам оказывать помощь тем людям, которые в этом нуждаются. Все подробности спонсорства в описании видео и по нажатии самой кнопочки. Но в любом случае, чтобы вы не выбрали, приятного просмотра.